Ты слышишь голос оренбургских народов? Мы вливаемся в общий поток поддержки, в общий хор поддержки народов Крыма, правительства нашей страны. Ура! Сегодня нас проинформировали, то, что будет митинг здесь, и мы сюда пришли. Поскольку мы поддерживаем позицию полностью Российской Федерации, связанную с Крымским полуостровом, и мы пришли поддержать, выразить свою гражданскую позицию. Националистам нужна была национальная идея. Украинская держава, которая живет по национальным признакам. Нацистская держава, праворадикальная держава, которые последние 20 лет воспитывались на бандеровских лозунгах и на Шухевича. Это они кричали: «Баскалиф на ножи! Мы не отдадим Крым на ножи!» Сказали: «Будем радоваться вместе». Вот теперь радуемся вместе. Всех поздравляем. Желаем, чтобы там всегда было благополучно, так как в нашей стране. Севастополь! Крым! Севастополь! Рад, что практически 100% они приняли такое решение вступить в Россию. Я действительно сожалею, что им там плохо. И я рад, что они идут к нам. Мы готовы их встретить. Я думаю, что мы им поможем в любом случае. Это настолько, по-моему, все трогательно. Это будет банально говорить, что мы все рады.